едем в Таллин. Выступать едем в Таллин. Хорошие, да, очень. Да выступаешь, я чувствую. Место стильное. Тепленькая пошла. Ты за Пантеру или за Слэйрвер? Я всегда был за красивую музыку. Я буду пить молоко. Нашел, блин. Дойдешь с вами, а нахуй. Второй концерт. Дело в том, что наш тур проходит под лозунгом «Не надо шутить». Только попробуй. Да я даже в лупас разучился. Дело в том, что завтрак с 8, но блины с 8:45. Масленица с 8:45, ребята. Ты съел тарелку съел? Блядь. Ты что, дебил? Ты сейчас взорвешься. Да так жришь, так. Поэтому гагинатор жрет таблетки внутрь. Жри, жри, жри. Витамин С. В арктическом гетто. А Виктор Цой еще тогда знал, что пиво надо греть, водку охлаждать, весна постоянный насморк. А восьмиклассница? А восьмиклассницам лекарства есть не положено. It's all just a little bit of history repeating. Ну что мы имеем сказать за Таллин? Понравилось. Плохо. Нам очень понравилось. Хорошо. Понравилось, очень. Мне один сказал, что я, говорит, вообще фанатею. Отдельное спасибо Волгалии.